Ребят, всем привет! Рад вас видеть на моем канале в Ютубе. Давно вам хотел сказать, в чем заключается мастерство спортсмена. Мастерство спортсмена высокого уровня заключается в том, что данный спортсмен свои коронные приемы должен выполнять на любых соперников, вне зависимости от веса, роста, цвета кожи. Сегодня я вам продемонстрирую несколько приемов. Посмотрите и оцените. Ребят, сейчас я позову нашего ученика Байрамова Артема. Я ему сейчас хочу сделать гильотину, удушающий прием. Он об этом не знает. Это вообще мой коронный прием. Посмотрите, получится у меня или нет. И оцените, ребят, посмотрите. Артем! Сейчас боремся. В партере на коленочках. Можно делать болевые и удушающие. Твоя задача победить меня. Ну, или не дать хотя бы, чтобы я тебе сделал какой-то прием. Понял, да? Хорошо взял? Ребят, как видели, мой коронный прием сработал на первом сопернике. Он не ожидал. Вот этот прием я делал многим людям. Как сказать, и большим, и маленьким. Ну, оцените сами. Ребят, сейчас мой соперник будет очень нестандартный. Вы только не смейтесь. Соперник достойный. Я сейчас попробую ему сделать этому сопернику болевой на руку. С бокового удержания, с бокового контроля. Посмотрите. Дарин! Иди сюда, быстрее. Сюда, быстрее. Ребят, соперник заранее испугался, потому что я мастер спорта, а это по идее, ну, разряд есть какой-нибудь у тебя? Разряда нет, но человек начинающий. Все, боремся. Давай, пожали руки. Сюда иди, быстро. Поехали. Больно? Больно? Обескуражил я своего соперника. Ну, не знаю, проблем нет. Вот что значит коронный прием, ребят. Ребят, сейчас будет у меня соперник более чем достойный. Моя задача сделать один из моих любимых приемов на хил, болевой на ногу. Соперник не подозревает, что я буду делать. Посмотрите, прокатит у меня в этот раз или нет. Артем! Иди. Смотри. Смотри, сейчас, короче, боремся на коленках в партере. Можно делать болевые на руки, на ноги, удушающие. Твоя задача победить меня. Либо, ну, не дать, чтобы я тебе сделал что-нибудь, понял, да? По-настоящему. Пожали руки. Ребят, ну видели сами, если даже соперник больше у вас и сильнее, морально, физически, не теряйтесь. Всегда верьте своим способностям и своим коронным приемам. Ребят, и заключительный соперник, как я сказал уже, у меня сегодня разные соперники, большие, маленькие, толстые, худые. Вот, оцените сейчас заключительного моего соперника. Моя задача сделать ему болевой на руку. Классический прием, рычаг локтя. Посмотрим сейчас, за сколько секунд я смогу сделать этот прием. Так, никуда не уходим, сейчас я его позову, соперника. Сейчас я ему правила объясню, он не до конца, он больше джиу-джитсу, грэплингом владеет. Так, Гордей, сейчас боремся на коленках. Сюда смотри, сюда смотри. На коленках боремся в партере. Не туда смотреть, на папу смотреть. На папу. Болевые, удушающие. Все сейчас можно делать. Твоя задача продержаться как можно больше. Не надо бояться. Готов? Больно? Есть! Чистая победа! Ребят, видели?
Соперник достойный был. Не сдался, не сдался. Я его до конца жал. Рука гибкая, не сдается. Вот что значит характер, Савкин.